рамках проектов «Историческая память» и «Добрые дела» активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» помогли делегации от муниципалитета принять участие в Международном антифашистском форуме 2020. Просьба о содействии поступила председателю фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеславу Кирееву. Партийцы оперативно решили вопрос с размещением делегатов в гостинице на время проведения форума.